Дзинкуе пани, дзинкуе пани, дзинкуе пан. Какая все-таки глупость эти дежурства, да? Вы так думаете? Ага, вы, наверное, думаете иначе. Послушайте, что действительно думаете, что там скрывал дядя Рома и как хотел вам помочь? Ну, как вы видите, наследство он оставил другому племяннику. Ну, он, конечно, личность темная, но подождите. Вот вы же часто бывали в этом доме. Слушайте, неужели вы даже не догадываетесь, что там лежит? Чуточку позже. Мне надо. Но я скоро. Я сейчас приду. Хорошо. Я буду ждать. Мальчишка. Дзенькуе пани, дзенькуе пани, дзенькуе пани, дзенькуе пан. Открою дверку, открою дверку. И это золото никому не дам. Чего орёшь-то? Сейчас не до тебя! Ну и ладно. Ир! Дышит! Дышит, Роман. Ну как-то слабо. Я сделаю ей... Да вы со мной дышите. Мы с ними обошлись. Я хоть в обморок упала. Молодец. Эст мене добже. Ой, бедненькая, не знаю. Мам, заврот ты главы. Вы извичи лекаря. Слава богу, выжила. Еще бы одни поминки, я бы не пережил. Кто же тогда ее так? Что, я как так? Я могла добежать оттуда и прибежать. Не-не-не, тогда получается, что же, она сама себя, что ли, скрывала? Если мы все были вместе и Бажену по голове никто не бил, тогда кто? Вывод-то простой. Верка! Даже не пришлось на стул сажать. Ну-с, первый заполнил протокол. Рассказывай, как обгоняли, кого били. Дорвался. Молчит, гад! А как он будет говорить? Мы ему рот заклеили. Да, действительно, как он будет отвечать? Я видела. Кино. Всегда так делают. Мама, ну не путайте вы. Дом тебе достался. Мы не претендуем. Отдай нам то, что за дверью лежит. Сознавай. Он. Да? Семья. А? Ну? Как этот инвалид мог незаметно ко мне подокрасться? Может, да. У него нога рабочая. Тихо. Встал. Да, Володенька. Лови. Костик. Хотя, чё это я? Не знал бы, не пришлось бы убивать дядю Рому. Подожди, это же мои глазные капли. Это пузырек. Благодарю вас. Для нас, значит, берег. По родству. Вы уж на нас не серчайте. Мы все поняли. Дело государственное. А дом вам не нужен. Мы с ним сами разберемся как-нибудь. По родственному.